Государственная дума Российской Федерации единогласно в третьем окончательном чтении приняла пакет поправок к закону о дальневосточном гектаре. Документом расширены возможности применения бесплатных наделов земли. В ближайшее время закон будет передан в Совет Федерации. Главные изменения касаются расширения территории для предоставления бесплатных наделов. В частности, допускается предоставление гектаров, на которых расположены защитные леса отдельных категорий. Частично снимается запрет на земли в границах охотничьих угодий и участков над недрами. Расширение территории – главное решение принятого закона. Более 75% земель были закрыты от предоставления дальневосточных гектаров. Большую часть этих территорий занимают охотоугодья. Уверен, что новые возможности получить дальневосточный гектар на открытых территориях привлекут больше новых жителей на Дальний Восток, отметил глава Минвостокразвития Александр Галушко. Одобрены изменения по корректировке границ выбранного дальневосточного гектара. Теперь граждане вправе обратиться с заявлением и об изменении местоположения участка или повторном получении гектара. Еще ряд изменений направлены на обеспечение доступа к компактным территориям получателей дальневосточного гектара, где смежно расположены 20 и более земельных участков. Всего к третьему чтению Госдумы было внесено 65 поправок в закон о дальневосточном гектаре. Напомним, земли Хабаровского края пользуются повышенным спросом среди россиян. С начала действия закона о дальневосточном гектаре поступило 14 926 заявлений. На сегодняшний день уже оформлено свыше 6 тысяч договоров на безвозмездное пользование земель.